Кира. Макс, Макс, я сейчас ухожу до свинки Пеппы. Мы вместе с ней записались на кружок танцев. Если кто меня будет искать, скажи, что я буду только ближе к вечеру. Ага, Кать, хорошо. Да я и сам хотел уже уходить. У меня сегодня тренировка. Хорошо, это я так, на всякий случай сказала. Ну все, пока, Макс. Ух, как хорошо. Буквально часик у меня будет спокойно посмотреть мультики в ноутбуке. Так-так-так, вышла ли у нас там новая серия какая-нибудь? О, классно! Сейчас буду смотреть. А самое-то главное, что мне никто не помешает. Макс, привет, как твои дела? Я здесь Катю по пути встретила. Она сказала, что ты дома и совершенно свободен. Пойдем со мной поиграешь. Привет, Сафуня! Да дела у меня хорошо были до этого момента. А так вот, пойдет, мультики вот хотел посмотреть. А ты чего хотела-то? Во что играть? Да так, в догонялки или в прятки хотела поиграть. А то мне так скучно, все ребята чем-то заняты. Сафуня, да и ты пойди чем-нибудь займись, я тоже занят. Макс, ну кого ты дуришь? Смотреть мультики это не такое важное занятие. Пойдем с тобой поиграем. А? Чего? А вот для меня это важное занятие. Шла бы ты, Сафуня, сама играла. Не буду играть. Ну и ладно, больно надо, зануда. Кто зануда? Это я, зануда. Сама пришла здесь и нудит. Макс, привет. А что ты здесь делаешь? Я пришла к тебе в гости. Привет, Яся. Ну, если ты не знаешь, то я вообще-то здесь живу. А в данный момент я собрался смотреть мультики, но мне что-то все мешают. Да я знаю, что ты здесь живешь. Ну пойдем с нами играть. Мы там скучаем, а с тобой весело. Я вам что, шут гороховый что ли? Я не намерен вас развлекать. Идите и играйте сами. Все, Яся, топай, откуда пришла? Мне нужно мультики посмотреть, а потом я на футбол пойду. Ну и злюка же ты, Макс. Больше не буду с тобой дружить, если ты мне так грубишь. Я как лучше хотела, чтобы мы по-дружески поиграли, а ты... А я тишины хочу. Ася, да отстань ты от меня. Вот же змеюки до меня докопались. Сказал же один раз, что не хочу играть. Нет, надо уговаривать. Ну, надеюсь, больше меня никто не потревожит. Мультик буду смотреть. Привет, Макс. Привет, свинка Пеппа. Ты тоже пришла меня уговаривать поиграть пойти? Не пойду, сказал же уже. Да когда же вы от меня отстанете? А вовсе нет. Я пришла угостить вас с Катей конфетками. Мне бабушка их прислала. О! О-о-о! Так ты, свинка Пеппа, с добрыми вестями! Да конечно же, проходи! Пойдем со мной мультик смотреть! А Кати сейчас нету! Да ты, Макс, я смотрю, хитро ж... Ну, в общем, не важно. Жук ты, Макс! Вот ты кто! Свинка Пеппа, да с чего это? Я тебя радушнее, чем всех остальных встретил! А ты на меня наговариваешь! Ничего я не жук! Ну еще бы, Макс! У меня же преимущества есть! Вот они, у меня в руках! Пеппа! Ну, чего же мы ждем? Давай по конфетке сидим. Не пойдет, Макс. Мы будем ждать Катю. Да блин, вот же не везет-то. Ну, свинка Пеппа, пожалуйста. Макс, пойдем играть. Ёпарасоте, девчонки, это опять вы. Да чего вы ко мне пристали? Ну, сказал же, не хочу идти играть. Я занят. Макс, пойдем играть. Макс, по-моему, девочки от тебя не отстанут. Тебе нужно пойти и поиграть с девочками. Значит, это очень важно. Пеппа, а конфеты мне так и не светит попробовать, пока Катя не придет. Не светит. Ладно, что уж делать. Пойдемте играть. Ура, Макс. Я очень рада, Макс. Свинка, Пеппа, а ты чего расселась? Идем с нами играть. Ты же предложила мне пойти с девчонками. Если меня приглашают, я с удовольствием пойду. Макс, Макс, и где это ты? Убежал все-таки паразит. Ух ты, неужели мой братишка в кои-то веки купил для меня конфетки в честь моего первого дня в школе танцев? Ух ты, какие вкусняшки. Нет, я не буду их есть одна. Нужно обязательно дождаться Макса, да и друзей. Лучше бы тоже угостить. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.